Привет, друзья! Многие из вас мечтают стать яхтсменом. Это несложно, это можно сделать и нужно сделать с нами. Почему именно с нами? Да потому что у нас проходит курс интенсив. Это когда теория и практика проходят одновременно на судне. Чем это хорошо? Да вы не сидите в душном классе, вы не сидите в каком-то городе и не тратите время на теорию. Мы теорию проходим каждый день. По 1,5-2 часа с утра, не напряжно. Это может быть и барчик, и ресторанчик, может быть на лодке. Самое удобное место ищем, садимся, я вам рассказываю, и через 1,5 часа после чашечки кофе мы выходим в море, тренируем все, что я вам рассказал. Мы слой теории накладываем на слой практики. Теория, практика, и это самый лучший формат. Кроме того, наше обучение проходит в виде путешествия, настоящего путешествия. Мы идем из одной классной марины в другую, оттачиваем навыки. И самый сложный вопрос для большинства – это швартовки. Безусловно, мы им уделяем самое пристальное внимание. Каждый день кто-то из вас назначается дежурным шкипером. Он с вечера составляет навигационный план перехода прямо по карте. А на следующий день он организует весь процесс, он ведет лодку по этому маршруту, экипаж в его подчинении, он тренирует, оттачивает навыки управления экипажем. Супер! Кроме того, мы с вами изучаем VHF радиосвязь. Вы становитесь на выходе мастер VHF SRC связи. Вы также через нас сможете получить европейскую лицензию International Certificate Competition. То есть, эта лицензия позволит вам ходить по внутренним каналам и рекам Европейского Союза. А наша лицензия IYT International Yacht Training, она позволяет взять лодку до 24 метров в любой акватории земного шара. Наши лицензии ценятся, принимаются во всех местах. Так что не теряйте время, записывайтесь и приходите учиться. Дело в том, что наши места разлетаются очень быстро. Поэтому не тормозите, если у вас есть ограниченное время, то обучаться только к нам.